Благодарностью мэра города награждается общество с ограниченной ответственностью «Строитель», руководитель Галиуллин Равиль Шамильевич. Награждается Гончаров Олег Михайлович. Индивидуальный предприниматель. Более 15 лет осуществляет деятельность на территории города по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. Пользуется уважением и доверием среди автолюбителей города. Награждается общество с ограниченной ответственностью НСМ «Юг». Руководитель Тлустый Василий Владимирович. Награждается Масленников Николай Алексеевич. Индивидуальный предприниматель. Осуществляет деятельность в сфере перевозки грузов и пассажиров таксомоторами, технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Награждается общество с ограниченной ответственностью РСП-1. Руководитель Гриценко Олег Владимирович. Награждается Щербаков Вадим Валерьевич. Индивидуальный предприниматель. Вадим Валерьевич зарекомендовал себя как высокопрофессиональный и ответственный специалист, обладающий большим практическим опытом и высоким уровнем деловой активности. Награждается общество с ограниченной ответственностью ЮМЕД. Руководитель Берзула Игорь Викторович. Награждается общество с ограниченной ответственностью ЮТЛ. Руководитель Рымашевский Максим Николаевич. Награждается Нагорнов Андрей Викторович. Основным видом деятельности индивидуального предпринимателя является выполнение ремонтно-строительных работ. Андрей Викторович активно участвует в социальных проектах города. Награждается общество с ограниченной ответственностью мясоперерабатывающее предприятие «Темп». Руководитель Качиев Петр Заурович. Награждается общество с ограниченной ответственностью «Вагон Дармаш». Руководитель Уваров Алексей Борисович. Основным видом деятельности предприятия является ремонт и техническое обслуживание вагонов грузового железнодорожного подвижного состава. В настоящее время выпуск вагонов из ремонта составляет до 700 в месяц. Награждается общество с ограниченной ответственностью «Ригма». Руководитель Байрамов Канлар Магарам Аглы. Награждается общество с ограниченной ответственностью «Углемет». Руководитель Минмухмаметов Максим Валерьянович. Хотел бы вас поздравить, всем вам вот пожелать самое главное успехов в вашем нелегком деле, потому что дело действительно нелегкое. Вот, хоть и мы оказываем какую-то помощь, поддержку, но в любом случае все мы прекрасно понимаем, что все зависит от вас. Все, и груз весь, он ложится по большому счету на вас. И вот эти изменения, которые происходят и с налогообложением, и вот с тем законодательством, которое у нас есть, оно не всегда и вами воспринимается нормально, да и нами тоже. Но вот это есть та ситуация, и вы живете в ней, вы работаете. И вот хочу пожелать, чтобы вот было как можно больше в жизни позитива, чтобы дома у всех было тепло, уютно, комфортно, и ваш бизнес процветал, и приносил и вам радость, вашим близким, ну и процветание нашему городу.